Продолжаем нашу серию обзоров. У нас на обзоре трек Domain SL7, такого вот очень маленького размера, 47-й размер. Это у нас 2XS. Трансмиссия у нас тут установлена, опять же, электрическая, Ultegra Z2, которая также переключается при помощи вот этих кнопочек на рычажке тормоза. Вот. Это все в отличнейшем состоянии, все красиво выглядит. И, конечно же, у нас тут установлены карбоновые стоковые колеса Bandrager Aelos Pro 3V. На велосипеде у нас тут имеется такой отсек. Отсек для хранения ремкомплектов, либо питания. Можете сюда вот загрузить внутрь рамы питание, ремкомплект и все необходимое там при первой помощи. Вот так вот это все закрывается и красиво смотрится в общий вид. Вот что касаемо самого велосипеда, именно размер, кому этот велосипед нужен. Байк обычно подойдет, ну, для людей, у которых, естественно, маленький рост, либо для вашего ребенка. Вот, если у вас ребенок только входит в сферу велоспорта, то это будет отличный вариант, так как это не шоссейник, но и не гравийник, то есть это эндуро байк. У него тут большие зазоры, также у него жирная покрышка стоит 32 размера, 700 на 32 c. вот. И это все играет на руку, в принципе, человеку, который еще не садился на велосипед, шоссейник. Вот. Управляемость у данного велосипеда очень-таки хорошая, и маневренность тоже. Вес данного велосипеда составляет 8,6 кг. Надпись у него такая вот отсвечивается, выполнена из металлика. Красивая такая надпись. Цвет тоже необычный, не серый, но и не голубой, что-то между. Вот. Калиперы у него тоже по классике идут с таким мощным радиатором для охлаждения тормозного диска и колодок. Тормозной диск, в свою очередь, тоже идет с лепесточками, такие радиаторы, мини-радиатор, которые, в свою очередь, охлаждают именно тормозной диск. Так вот выглядит кареточный узел на данном велосипеде и шатун Ultegra. Если вам понравился данный велосипед, вы его можете приобрести у нас в Авито, либо же мы можем вам подобрать похожий велосипед в ваш бюджет, под ваш рост и под ваши параметры. Ссылка на наш Авито аккаунт находится в описании под видео, либо в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на наш YouTube канал, будет дальше много видео про такие премиум велосипеды. Ставьте лайки и колокольчики. С вами был Тарзан из ТикТока. До свидания.